Old School Gamer. Всем привет! Меня зовут Сергей, и это третье видео в серии роликов о моих декабрьских игровых новинках. И сейчас мы переходим к последней моей коробочной игре новинки на Xbox One в уходящем году. W2K15 или WWE 2K15. В общем, самой новой, самой некстгеновской итерации рестлинга. Игра стоила 2900 рублей по предзаказу, и, кстати, она не является эксклюзивом Xbox, и также есть и на PlayStation 4. Я решил, что раз у меня уже есть последний UFC на PlayStation 4, обзор, кстати, смотрите на канале, то следующий файтинг я возьму уже на Хуан, так сказать, чтобы соблюсти пропорции. Сейчас я оторву защитные наклейки, и давайте смотреть внутренности. Там все традиционно, диск слева и бумажки справа. Забыл сказать, я очень люблю рестлинг и игры про него, очень рад, что наконец-то смогу поиграть за любимых рестлеров на NextGen'е. Но вернемся к бумажкам, их тут целых 3 штуки. Интересно и необычно для игр на Xbox. Первая содержит код к DLC, добавляющим рестлера Стинга, известного мне еще со школьных времен, когда по ТНТ шел WCW с Фоменко. Вторая бумажка рекламирует фильмы про Джона Сену и WrestleMania на Blu-ray, которые предлагают заказать на Амазоне. Читай скачать с торрента. Ну а третья бумажка — это даже не бумажка, а целая книжечка. Да еще и цветная, с настройками геймпада и множеством бесполезного текста белым цветом на черном фоне. Вот и все. Никаких дополнительных кодов к этой игре мне не дали, только Sting Pack. Скорее всего, еще будет множество DLC с персонажами. Посмотрим. В любом случае, я рад этой игре. UFC был крутой, но WWE мне нравится куда больше. Он зрелищный, интересный. А когда ты сам сражаешься на ринге, то еще и не постановочный, как по телевизору. Что вместе с шикарной фотореалистичной графикой делает эту игру must-have'ом для всех поклонников рестлинга. На этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Сергей. Увидимся в следующем ролике. Мы продолжаем смотреть мои декабрьские новинки. Всем пока!